Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас в гостях на канале. И сегодня мы с вами продолжим обсуждать новиночки фикс-прайса. Кое-что интересное привезли. И давайте обсудим, смогут ли эти товары быть для нас полезными. В отделе канцелярии нашла новый набор линеек. Это набор, состоящий из двух пластиковых линеек. Они антискользящие. Имеют длину 20 см. Цена набора 79 рублей. Также есть в продаже новый набор для детского творчества. Это набор для создания картинки с изображением куколок Барби. Цена набора 149 рублей. И тут нам необходимо на клеевой слой высыпать цветной песок. В наборе 6 разных цветов. Цена набора 149 рублей. Ну а так, в принципе, канцелярии в продаже очень много, но ассортимент тот же самый, который мы с вами уже обсуждали не раз. А вот следующую новинку я считаю очень даже полезной для деток. Это картонный домик раскраска. Изготовлен из плотного картона и стоит 299 рублей. Имеет размеры 40 см на 33, высота домика 53 см. Собирается без клея, без ножниц. Этот домик можно раскрашивать разными материалами, красками, карандашами, маркерами. И в ассортименте есть разные наборы: принцессы, джунгли, космос, море, единороги, насекомые, динозавры, лесные жители, планеты, сладости и пираты. Я считаю, что для такого домика цена в 300 рублей вполне адекватная. Многоразовый альбом раскраска. Тут это комбинированный альбом, который состоит из трех листов с контурами, а также имеются черные листики, чтобы раскрашивать, например, мелками или же фломастерами. Полезная особенность этого набора то, что нарисованное можно просто стереть и потом заново раскрашивать. Тоже есть в продаже разные варианты оформления. Вот этот набор для аромасвечей я вам уже показывала. Это набор с ароматическими палочками, специальным песочком, подставками, фигурками. Стоит он 299 рублей. Называется он «Сад Дзен». И в этом магазине, в магазине по улице Восстания, я заметила вскрытую коробочку, поэтому чуть-чуть заглянула посмотреть, что же там. Ну и внутри, как видите, все упаковано в пакетике. Размер, естественно, маленький. Конечно же, в продаже имеется большой ассортимент декоративных штучек и из других коллекций в наших магазинах. Это довольно частая практика. И да, друзья, в описании под видео вы сможете найти ссылочку на канал на Яндекс.Дзен, потому что неизвестно, что дальше будет с YouTube. Чтобы нам с вами друг с дружкой не потеряться, переходите, также подписывайтесь и там. Основные видео потихоньку туда переношу. Ну и, конечно же, новые обзоры на Дзене тоже будут публиковаться. Еще один интересный игровой набор для деток. Называется «Конструктор веселый чемоданчик». Подобного плана в похожих пластиковых чемоданчиках продавались раньше обычные конструкторы с шурупчиками, отвертками и деталями. В этой же серии появились еще дополнительные фигурки животных, которые также можно собирать при помощи шурупчиков. В этой серии продаются разные комбинации, состоящие из разных животных. Я на официальной странице ВКонтакте фикс-прайса нашла вот такие картинки, какие наборы там бывают. Цена 299 рублей. Горы различных сумочек, спортивных и маленьких женских. Также огромный выбор акриловых органайзеров. Эти органайзеры мы с вами уже обсуждали. И недавно выходил обзор, посвященный теме «Есть идеи, есть фикс-прайс», где мы с вами рассуждали, как еще можно применять товары из фикс-прайса. В отделе с товарами для красоты нашла снова в продаже вот эти бигуди-кнопочки. Стоят они 99 рублей, продаются набором из 6 штук. Примерно год назад, может чуть больше, я такой набор покупала. Пробовала потестировать, лично мне он не понравился. Хотя девочки, у которых длина волос более короткая, говорят, что на короткие волосы такие бигудяшки подходят лучше всего.
Продвинулся ассортимент и расчесок. Это расчески разных вариантов оформления. Единая цена 149 рублей. Тут вот на этой расческе я даже нашла волосинку. Наверное, кто-то пробовал тестировать, проверять, хорошо ли она расчесывает. Мне кажется, это не совсем правильно. Но ладно, опустим этот нюанс. Есть еще вот такие круглые расчески. Подойдут они для деток. И вы просто посмотрите на эту красоту. Блестяшки переливаются. И, конечно, хочется, чтобы у нас с вами и настроение было вот такое блестящее, как пайетки в этих расческах. И еще один новый вариант расчесок. Это расчески без ручки, которые легко умещаются в ладошки. Цена такая же 149 рублей. Есть два варианта оформления. Тут тоже у нас переливаются различные пайеточки, но внутри нет геля, поэтому они просто вот так свободно пересыпаются внутри этого футляра. Новый набор заколок крокодильчиков. Ну и, конечно, шикарный выбор других игрушек. Эти игрушки мы также с вами уже обсуждали не раз во всех обзорах. Я не знаю, нужен ли отдельный обзор, посвященный всем игрушкам фикс-прайса. Пожалуйста, напишите в комментариях, подготовит ли такой обзор, или же достаточно того, что вы видели в предыдущих обзорах. Довольно забавная и интересная новиночка в отделе с косметикой. Это патчи, гидрогелевые патчи за 199 рублей. И в этом наборе у нас 60 патчей. Вообще, все патчи, которые я пробовала, по своему действию одинаковые. Хорошо их хранить в холодильнике, чтобы был какой-то эффект снятия отеков. Ну а в этой же серии есть разные варианты оформления с разными активными веществами и разной направленностью. Я считаю, что цена 199 рублей для таких патчей — это очень приемлемое предложение, потому что, как правило, за такое количество приходится платить намного больше. На коробочке указаны варианты использования, на какие зоны их можно клеить. Произведены они в Китае, но при этом, как видите, есть надписи «Корея», США, Франция, Россия, Китай и Япония. Я взяла золотую коробочку, и в ближайших видео мы с вами откроем и посмотрим, но я считаю, что вполне неплохо должно быть. Еще одна новая коробочка, и это у нас уже новинка от Nivea. Это матирующий крем для лица 3 в 1. К сожалению, ценника на этот крем пока еще не было. В составе есть витамин С. Написано, что этот крем должен увлажнять, матировать кожу и придавать коже ровный тон. Снова появились в продаже патчи, диски для снятия макияжа. Стоят такие баночки 79 рублей. И это мицеллярные пэды с маслами, которые хорошо снимают макияж. Несколько новых гелей от производителя Синдон. Гели для умывания от этой торговой марки, в принципе, все схожи, сколько бы я их не покупала. А отличаются они только там запахом, либо оформлением этикетки. Но основа у них единая, цена 79 рублей. Бумажные салфетки, туалетная бумага, все это есть в продаже. В комментариях под предыдущим видео вы меня спрашивали, есть ли ажиотаж, раскупают. Нет, все как всегда, народ не паникует, весь товар имеется в наличии. Также завезли несколько новиночек среди детской одежды, например, футболки для мальчишек за 199 рублей с разными вариантами оформления, не стала перерывать все полочки. Вот такие кофточки, толстовки за 249 рублей, если мне не изменяет память, и лосинки за 149 рублей, но такие лосинки подойдут максимум деткам до 3 лет, потому что сейчас завозят в основном только маленькие размеры. Из пряжи чего-то нового я не заметила, все вот эти моточки я вам показывала в предыдущих видео. Зато очень много завезли мягких домашних тапочек. Такие тапочки всегда бывают в продаже, удобные в качестве домашней обуви, мягкие, комфортные, ножкам тепло, сейчас цена на них 249 рублей. Полезный набор для дома называется набор ремонтных работ, который включает в себя фум-ленту и уплотнительные прокладки разной толщины и разных диаметров. Стоит такой набор 79 рублей.
Снова появились в продаже вот эти боксы для хранения мелочевки. Это боксы двойные. Стоят они, правда, сейчас 249 рублей, но функционал у них просто прекрасный. Подойдут для хранения различных гвоздиков, шурупчиков какой-то, мелкой канцелярии, кнопочек, скрепочек, а также для рукодельных штучек. Вообще, мне нравится использовать такие боксы еще для хранения детских резиночек. Сразу все видно, где что находится, и при этом все в одном месте. В кухонном отделе также есть новиночки. Появились новые пластиковые подносы квадратной формы. Имеют размеры 28 на 28 сантиметров с ручками. Цена 149 рублей. При этом пластик очень плотный. Есть довольно интересные изображения, картинки на них. И мне кажется, такие подносы можно использовать в рукоделии. Можно перекрашивать, переклеивать. Цена 149 рублей также считаю приемлемой. И качество пластика мне нравится, он не прогибается. Кухонные аксессуары в таком оформлении мы с вами уже обсуждали в предыдущих видео, и как оказалось, это новая коллекция фикс-прайса. Называется она Андромеда, и в этой серии представлены различные формы для выпечки. Конечно же, на канале будет полное видео, посвященное только одним товарам из этой серии, но сейчас же есть в продаже овощечистки, причем в двух вариантах оформления. Это у нас горизонтальные и вертикальные. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по новинкам была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх. Ну а также подписывайтесь на этот канал и на канал на Яндекс.Дзен, чтобы в случае чего нам с вами не потеряться и дальше продолжать общение и обсуждение таких милых новиночек, мелочевок и